Что сделать? Еще нет. Так и не прошло. Ну что? Она загружается. Загружается. Ну, может, сейчас еще включится. Минутку, подождите. Сейчас мы ждем-то. Ну, ладно, пока говорите. Она что-то крутится на одном месте. Игнатий Тихонович, вот вспоминайте, вы два ролика есть, мы смотрели. Сергей Бирюков, отец Сергей Бирюков, с вами разговаривал, батюшка. Знает его Сергей Козлов. У вас есть два ролика, записанные с отцом Сергеем Бирюковым. Так, я слышу. Вспомнили? Слышу, это не проявляется. Ну, я вас вижу. У вас трое там. Мальчик сидит. Да, это мой младший сын и старшая дочь Катя. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Все. Слушаю, говорите. Игнатий Тихонович, вот смотрели два ролика, очень хорошо знаем отца Сергея Бирюкова. Он из одной общины с нами. Угу. Два ролика есть у вас с ним, беседа. Да. И он в этом ролике говорит о своем духовном отце, отце Анатолии Гармаеве. Так, слушаю. Вот 20 лет назад, 20 лет, я со своей семьей, муж, я и вот старшая моя дочь Катя, приехали из Павлодара. Мы жили в Павлодаре. Я родилась в Павлодаре, в Казахстане. Приехали сюда, переехали в Волгоградскую область, в общину отца Анатолия Гармаева. И 20 лет находимся под его окормлением. Но территориально мы не в общине живем. То есть мы далеко, на другом конце Волгограда, считай, в области мы живем. Вот. И вот за эти 20 лет, пока мы здесь находимся, еще Катя была маленькая, мы переехали, было 5 лет. И четверо мальчиков родилось. Вот младший Данил, сейчас рядом со мной сидит. И еще старше его есть, три брата. В общем, четыре сына и дочь старшая у меня. Угу. Мы когда переехали к батюшке 20 лет назад, было очень трудно, сложно. Но вот призывающая благодать, под действием призывающей благодати, все было очень легко. И молоды мы еще были. Вот. И то, что дети стали рождаться, хотели мы, и многие общинники хотели сделать свою школу, чтобы была своя школа. Вот. Но со школы ничего не получилось. И всех своих детей я учила дома сама. Я учитель по образованию. Вот. Катя мне помогала все время. Вот и младший сейчас Данил в 5 классе. А старший Сережа, он поступил в семинарию в этом году, в Троице-Сергиеву лавру. В общем, двое старших, Сережа и Ваня, в Троице-Сергиевой лавре учатся в семинарии. Ну, ты все видишь. Хорошо, я слушаю. А которые после них, Миша и Данил, они сейчас дома. И также на семейной форме обучения мы учимся дома. Катя закончила институт, она помогает. Вот. И когда вот старшие Сережа и Ваня, которые сейчас в семинарии, они учились в школе, то есть, но учились дома, а по школьной программе в старших классах было очень трудно. То есть, считай, я обучала 4 класса. Вот на нас с Катей 4 класса. Это не один класс учить, а 4 класса. И стали мы искать место, куда же нам притулиться со своими школьниками, чтобы я работала там, и они учились. И много поездили. Мы по приютам, по этим, в Свято-Алексеевской пустыне были, в Николо-Шартомской, в Приазовском приюте мы были вот какое-то время. Вот с Приазовского-то и приюта для мальчиков Ваня поступил в семинарию. То есть они там готовят непосредственно к семинарии. А Сережа старший поступил туда же, в семинарию, из Варницкой гимназии. Там тоже для мальчиков гимназия пансионного содержания. Вот, и поэтому вот таким образом они оказались в семинарии. Но
Вот старшего три года дома нету, а младшего, вот Вани нету, год нету дома. И последнее время, уже недели две или три, смотрим ваши ролики. И чем больше я смотрю, тем больше убеждаюсь. Ну, даже не в этом причина. Я раньше поняла, что не туда и не так они пошли, так скажем. То есть я в этом году ездила туда в семинарию, к ним в гости, разговаривала. Беседа у меня была с архимандритом Иоанном. И Иоанн, да, отец Иоанн. Он, по-моему, келейник отца Наума. И я так ему около да возле говорю: батюшка, мне как-то вот не нравятся изменения в сыновьях. Ну, в младшем-то не так еще особенно заметно, а старший особенно. Вот он в Варнинской поучился. Сейчас в семинаре второй год учится. Ну, мнусь, а он мне прям так рубанул с плеча. Ну, что говорит? Скажи честно, не нравится, как он изменяется, не в ту сторону. Я говорю: да, батюшка, не туда он, не туда и не так. Я говорю: даже думаю уже, как бы мне его отсюда как-то забрать, слово даже не подходит. Каким образом? А им там вроде нравится. Но был такой момент, вот я ездила в гости, изменения, и я Сереже прям честно и открыто сказала, в какую сторону он изменился в семинарии. Он, конечно, очень удивился. И буквально через неделю две-три он мне сообщает, что он уходит в армию. Скайп прекратил. А? Скайп закрылся. Скайп закрылся. Так, еще теперь нужно... Не знаю, вон что-то написано. Предупреждение: удалось получить нормальные аудиоданные. Нажмите здесь для получения дополнительной справки. Вот здесь нажать? Нажимайте, я что, я не знаю. Почему она прекратилась сейчас? С чем-то объяснить можно? Ну еще. Вот вместе шугарно. Ну еще дальше-то. Не знаю. Еще нету больше. Ну что, Игнатий Иванович? Да еще нету. И что теперь дальше это делать? Что? Пробуйте еще раз в скайп зайти. Вот я нажал на ее. Видишь, говорит, недоступно. Сейчас подождем немножко. Мне оставить? А? Оставить? Или... Нет, ну надо, это уже можно было. Я не знаю, что делать. Оторвать или еще. Или еще пусть это будет. Ну, оторви. Прекрати, это долго будет. Вторая. Вот я там выключил и сбегал. Ну, а сейчас видно. Вот интересно, прерывает. Прервалось, получилось как надо.
Хорошо, продолжайте. А вы слышали, да? Я все слышал, дословно. Он, перед этим что было, вы видели, отключено было? Вы, у нас отключилось, когда вы говорили, что они там в семинарии, и вы думаете, не туда послали их. А после этого уже у нас не было связи. Повторите. Отец Иоанн, слышно? А то, что я вот к отцу Иоанну обращалась с этим вопросом? Нет, к отцу Иоанну не было. Говорила? Да, да. Ну, я не расслышал, может. Ну и что? Вот этот отец Иоанн, как он, почему я к нему стала обращаться? Дело в том, что когда мы были в Приазовском приюте, на Азовском море, приют для мальчиков со школой, там школа для мальчиков, вот, и, ну, вот как нам сказали в Николо-Шартомской, что вы туда можете попасть только с благословения отца Наума, из Троицерковой лавры. А поскольку Сережа уже там учился, я написала письмо. Говорю, сына, передай письмо отцу Науму. Там, если можно, через отца Иоанна, мне сказали, можно передать. Он передал письмо отцу Иоанну, архимандрит такой, отец Иоанн, он вроде как келейник отца Наума. Вот. И мы забыли про это, потому что никакого ответа не получили, забыли. А потом через 2 месяца он вдруг мне звонит и говорит, что есть ответ от отца Наума. Вот, но передал он его устно, отец Иоанн его сказал, ему передает, что нужно ехать в этот приют, Приазовский приют, вот этим 3 мальчикам. Вот, и это был уже ноябрь месяц, и благословение такого старца, такого уровня, отца Наума. И тут у меня все дома ломалось, я к батюшке, к своему духовнику, отцу Анатолию, говорю, батюшка, вот такое дело. Я и забыла, я ему и не говорила об этом, я и забыла об этом. А тут, говорю, приходит благословение, что делать, я сама плачу. Но он говорит, ну как что делать, ты же, говорит, у тебя же хватило силы все это, туда съездить, все это сделать. Были же силы. Я говорю, батюшка, были силы, а вот сейчас вот что-то нету, я как представлю вот это все. И от вас, говорю, под ваше окормление уходить. Ну, порешили на том, что надо ехать. И вот мы втроем поехали. 2.5 года мы там проучились в этом приюте. А Сережа в это время Варнинскую гимназию заканчивал для мальчиков. А Ваню они стали готовить именно в семинарию. То есть у него не было ЕГЭ по истории, они стали его готовить ЕГЭ по истории, чтобы сдать, чтобы поступить в семинарию. Он не очень хотел в семинарию. Хотя вот по развитию я видела, что он дальше, вот даже он. По сравнению со старшим, вот Сережа, он как-то более такой духовно зрелый как-то. Вот. Но он именно, может, поэтому он и не хотел в семинарию. Ну вот они его подготовили, и он туда поступил. Сейчас он там учится. Условия там неплохие, ему там нравится. За Ваню ничего не скажу. А вот Сережа, который уже 3 года его нету дома, вот он в Варницкой 2 проучился, это Ростов Великий, хорошая тоже к лавре относится. Это учебное заведение для мальчиков с пансионным содержанием. Но поскольку я еще больше, то, что семья многодетная, 5 детей, я больше как на это смотрю, как такой благотворительная, может, организация. Вот. Но я никогда не думала, что... Хотя люди мне говорят, что какие у тебя сейчас тут нету их, какие дети хорошие, какие у тебя... Но... Не трогает меня это, потому что я-то их знаю, вижу по развитию, то есть как они меняются, а не какие они со стороны. В школу они не ходили, они учились дома, с Катей мы их учили. Тебя видно как? Вот. Папа у нас неверующий, поэтому он как-то выбирал себе работу все время, чтобы дома не быть. Вот. Хозяйство у нас на окраине большого города мы живем, поэтому сильно не разгуляешься, коров у нас нету, но вот они все детство пасли коз у меня. Вот. Ну, по школе успевали, учились неплохо, хорошо на 4-5, они все ЕГЭ на 4-5 сдали. А Катя вот она получше, она действительно человек одаренный, можно так сказать, в этом отношении. Вот. И то, что вот сейчас я вижу, и он собрался в армию, то есть сейчас он уходит в армию, старший Сережа. Он, видимо, может, то, что я ему сказала, вот это все ему в глаза вылипало, говорю, вот я вижу вообще не то, не туда ты. Он через 2 недели звонит, говорит, я ухожу в армию.
То есть он пошел туда, в военкомат, написал заявление. Я говорю, а может, как на альтернативную службу, как верующий, как христианин? Я, говорит, подумаю. А потом звонит. Нет, говорит, это мне не подходит. То есть, видимо, может, срок увеличивается. Там же срок увеличивается. И... Но тут еще такой момент. Вот в нашей общине у отца Анатолия Гармаева есть как бы такая ветвь. Занимаются этой ветвью его духовные чада, священники. Это военно-патриотическое учение Горлица. Это очень широко известное такое явление. Военно-патриотическое учение. И такая военный там дух, такой, ну, в хорошем смысле слова, там нету ничего, ни автоматов, ничего, но там такая отработанная методика. Батюшка наш, отец Анатолий, он же как человек ученый, он педагог, кандидат педагогических, психологических наук. И методика очень отработана. И вся метод-база очень серьезная. Когда училище было 3 года назад, сейчас училища нету, там до 30 студентов обучалось пасторское педагогическое училище. Но поскольку это я уже так поняла, последнее время. А раньше только догадывалась. Поскольку принадлежит Московской патриархии, это все разгромили. Ничего, никакого училища сейчас нет. Но единственное, осталось вот это военно-патриотическое учение Горлица. Поэтому мальчишки, они выросли на этих летних военно-патриотических учениях, и они как-то вот духовно, они вот с армией, они как себя без армии не видят и не слышат. Вот. Но это я немножко вот о батюшке. А вот как-то несколько лет назад я на вас в интернете, вы мне попадались. И такой у меня какой-то был, ну, какой-то вот дед не наш, не православный. И я сразу зарубила, ну, как сказать, закрыла. А сейчас вот неожиданно как-то вот открылось, я даже сейчас вот не помню, с чего это все началось. Но, Игнатий Тихонович, вот если честно, я день смотрю, утро наступает, я ничего делать надо, заготавливать, осень, заготовки, но их сделайте, заготовки. Но мне не хватает вот этого взгляда, вот этой точки зрения, именно вот этого духа вашего. И я смотрю весь день. То есть у меня все стоит, но я смотрю. Теперь даже без слез не могу говорить. Вот как бы, я не знаю, как бы сделать. Ну хорошо, я кое-что спрошу вас. Если не сможете сказать, пускай дочка ответит. Вы с какой целью на меня вышли сейчас? От меня что нужно, чтобы я удовлетворил вас? Насильно вторгаться, вот сейчас они от меня, вот эти двое, они далеко. Но зерно растет постепенно. Я не могу сейчас вот бах, и чтобы в них это что-то открылось. То, что сейчас во мне открылось, вот по отношению и к армии, и к семинарии, и вообще к церкви. Это процесс постепенный. Он уходит в армию уже через 2 недели, вот старший Сережа, и он уже уходит туда. А Ваня там остается. Сейчас вот их спасать. Вы опоздали. То есть... Опоздали. Да нет, это я... надо было вы... раньше выйти. Уже 2 недели. Вот я вам сейчас кончится, когда разговор. И под скайпом я скину материал. У меня книги вышли, сколько-то вы знаете, видели. У меня 38 книг вышло. Из печати. Знаю. Так вот, одна называется «К истинному православию». Угу. Я 40 лет собирал материалы. Там и профессора помогали, и академии, и кого только не было, и митрополиты. Материал, выше которого уже не создать. То есть это выбрано все из Библии, из жития святых, из канонов церковных и из патристики, что говорили святые отцы. То есть это глубочайший материал. И я вам скину его об армии, вы прочитаете там.
о семье. Выберите, просто я скину, когда вы нажмете на нее, и можете даже скопировать, и в Word'е, ну, понятие, на листке. А потом Ctrl держите, Ctrl, и курсор наведите, она выведет прямо туда, куда нужно. Ctrl, видите, на клавиатуре. Да. Вот, только надо вам будет скопировать то, что будет где-то отдельно на Word, чтобы не со скайпа, чтобы вам легко было искать, я для этого говорю. И там все ответы. Там наш сайт, форум, YouTube, Mail.ru. И вы найдете ответы, там вопросы и ответы. А книга откроется к истинному православию, там все. Дело вот в чем, что, видите, вы сначала-то зарубили, не понравилось там где-то, а это было время-то упущено. Я бы с юношами с этими познакомился, поговорил. У нас в армии обязаны служить, но все на альтернативной основе. И их никого не берут, пишут заявление заранее, не раньше, не позже, чем полгода до призыва. И ни одного не берут. Мы не отказываемся и не берут. И они дома. А так в любой конец их сейчас в Дагестане там не порядки. Сунут туда, и оттуда только рейс 200 в цинковом гробу. Так что ведешь плен, говорит, сам пойдешь, взявший меч от меча погибнет. Мы это знаем. У нас другая война. И вы тут найдете, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вы наткнете в оглавление к истинному православию и все просчитаете. Но если бы ребята были, они прочитали, они бы увидели, что этот путь, который они избрали, это путь смерти. Никакого там христианства нету. И мы должны понимать, что Бог будет судить нас по слову своему. 12.48 Евангелия от Иоанна. Я не сужу вас, но слово, которое я говорю, оно будет судить вас. А раз оно будет судить, по нему надо жить. Тут никакие Наумы, никакие Кириллы нам не помогут на суде Божьем. Никто. Написано, каждый за себя даст отчет. А православных как? Ну, как Александр Шмем об этом писал, говорит, уже все провоняло, все сотлело, и все бегут к этим наставникам. Все спрашивают, яйца варить в крутую или в смятку. Совсем оглупели. Бог говорит, и спрашивать не о чем даже. Бог сказал, все на этом. Вы решили переехать, вот тут вам совет нужен. Переехать. А вот, допустим, говоришь, я говорю, вы молитесь по щеткам-то? Нет, а кто благословил? Ну, молиться, кто благословил-то? Бог. Вот с этими благословениями просто с ума сошли. Феофан Затворник говорит, если священник говорит, я благословляю, или там епископ, а Бог говорит, я не благословляю, то что на небе будет утверждено? Ну, если Бог сказал считать каждый день Библию, почему же вы ее не считаете-то? Исследуйте Писание, Евангелие от Иоанна 5:39. Вникай в себя и в учение, занимайся постоянно, 1 Тимофея 4:16. Ну почему вы это не делаете-то? И ребята-то они были бы другими. Вот люди-то видят со стороны, вы очень хорошо сказали. Как мать, что вы не одобряете это, нужно сказать, что вы как-то поднялись над этим. Вот у японцев, если в гости пришли, то хозяин совсем соглашается. Тот начинает рассказывать, но хозяин говорит, ой, какие у вас дети хорошие. То тут хозяин восстает, нет, вы их не знаете. Вы бы пожили с ними, они непослушные бывают, они вот такие и куда-то идут. Вот у вас это именно качество. Вы сказали, нет, не такие. Значит, тогда есть надежда на исправление. Ваша материнская молитва, как мать Моника, блаженного Августина, она может их поднять. Вы их на меня выведете. И вот материал, который я скину, вы дайте им почитать. Чтобы они добровольно увидели во свете Библии. Во свете Библии. Не то, что люди научат, Иоанн там или Анатолий. Что нам Бог говорит? А Библия – это Слово Божие называется. Святой Библии в Святом Евангелии. У меня было столько врагов. Сейчас я даже гляжу, как будто никого нигде нету. Бог все смиряет. Проходит время, они говорят, что я делала? Я была против, вот как вы. Я зарубила. Ты не хотела ничего брать. А потом... Там у них священник, он бывший парторг. И он там ненавистный такой. И сказал, не бери там Татьяна. Но она все книги вернула. Ей давали там где-то считать наш человек. А потом попала книга «Для слова Божия нет уз». Я когда скину, вы там увидите. Это она из одних документов про нас написана. О моем обращении. Она когда прочитала, теперь верните те книги назад. Что же я делала-то? То есть эта книга явилась ключом к остальным книгам. А остальные книги тебя там наставят. Как образовать общину? Не сидеть дома-то. Это третий том «Открытым оком». Как беседовать с разными сектантами? Второй том.
Какие люди разные бывают, на 24 категории я разбиваю. Одни в Бога не верят, другие в Библию. Это четвертый том. Мусульманство, 18-й, целый том я разбираю, сура Аяты, по сравнению с Библией. Это библиотека, огромная библиотека. Mm-hmm. Ну, это поздновато просто. Я-то вам теперь что могу, только молиться, чтобы Бог как-то устроил-то. Я вижу ваши слезы, вашу любовь, но я далеко от вас. Игнатий Тихонович. Да. Вот, ну, с этими двумя старшими вы вот объяснили, я поняла. А вот четыре пальца на руке. Вот, четыре сына у меня. И дочь. Вот, да, как рука, как пальцы. Вот как они остались дома сейчас со мной, которые после них идут. Третий, четвертый. Вот, младший сидел, Данил. Младший, в пятом классе. А вот эти двое, я, знаете, я посмотрела ваш лагерь, посмотрела, у вас там школа есть. Мне так захотелось их отвезти туда к вам. Если бы ваш муж был верующий и были средства, то мы могли бы разрешить приехать. Лучшего места для воспитания детей просто не найти. Все верующие, все православные. К нам приезжает из местной Московского патриархата, приезжает митрополит, священники. У нас все время идут занятия. В школе учителя все верующие, за детьми присматривают, но это даже не, но это своими силами надо строиться, домов-то нету. Мы все начинали с нуля, вот 25 лет, как мы вернулись на свою родину, получили статус и с нуля. А деревень-то погублено, 21 тысяча деревень в России погублено. Тут выступала как-то депутат законодательного собрания Нина Данилова, и она говорит, это не просто на карте. Это потеря земли, территории государства. Тут будут китайцы, Средняя Азия, займут эти места. Мы должны понимать, государственный ум иметь. В городах лепятся друг на друга. Город, как Лев Толстой говорит, хочешь развратиться, поезжай в город. Я попутно спрошу, вы помянули там Анатолия и там Иоанна. Вы их просто так помянули в контексте слов или какое-то отношение ко мне это имеет? Сейчас-то голос исчез. Вас не слышно? Не слышно. Нету? Нету, не слышно. Посмотрите. Что там? А вы меня слышите? Слышите? Вот. А вас не слышно, нету. Исчез голос. И главное, нормально видно вас, и все. Посмотрите, там что-нибудь не задели вы? Может, где-нибудь кнопка какая-нибудь там на микрофоне. Нечаянно, может, посмотрите. Нету. Вы что-нибудь говорите, чтобы было видно, что вы говорите? Не слышно, нет, не слышно. Вы, когда я поставлю туда, через примерно... Я сам-то не ставлю ролики, а там администрация ставит. У нас большой коллектив тут работает. И вы дней через 8, может быть, увидите свой ролик, а может раньше. И тогда вы заново посмотрите места писания, которые я вам называю. Я скину для вас наши ресурсы. Сайт, форум. У вас будет здесь университет. Столько вы получите. Я же много лет вел занятия в университетах, в школах, милиции, воинских частях. 3 радиопрограммы регулярно вел. А мне вопросы дают, у меня ослабленный слух. Там 4124 вопроса, не слышно. Я вижу, только губы шевелятся. Ну, что сказать? Может, оставить тогда до следующего раза? Вы зайдите тогда, через несколько дней тогда, вот если можно. Ну, я говорил, с 2 часов ночи по Москве до 16 по Москве. Себе черкните, где... И вот в это время зайти. Но тут уже я вот говорю один. Я вам скину материал, сейчас закончим. Вас не слышно, значит, у нас встреча прекращается. Вы в следующий раз приготовьте вопросы, какие конкретно у вас есть. Если речь идет о переезде, я вам сказал, что верующие нам нужны. Но для воспитания детей лучше... Так, ну-ка, говорите. Слышно? Вот сейчас слышно. Слышно, да? Да, сейчас слышно. Игнатий Тихонович, да. Слышно, да?
Да, слышу. Я знаю, я посмотрела все ролики, я знаю все ваши условия. Но я вот как хотела приехать вот с двумя сыновьями на какое-то время, даже может быть зимой приехать. Вот посмотреть школу. Нет, что за школа это, там у вас? Это не разрешается, тем более зимой. Категорически запрещено приезжать. Там нет у нас на станции, приезжает в час ночи. Это 4 километра, там пурга, ни здания, ничего нету, степь. Просто вышел и помирай. Это только летом, когда разрешили. Без разрешения категорически нельзя. А смотреть это нет. Тут все видно у нас открыто, мы не купируем. Как вот что есть, так и выставляем. У нас 5800 роликов. Там и про деревню, и крещение как идет. Вы там все найдете. Ехать-то незачем. Ехать только если совсем жить. Вот тогда вопрос стоит. А я, знаете, как думала себе, что вот летний лагерь, там летний, но может быть, когда-то вы будете зимний делать, что можно будет в любое время, как в зимний. Нет, это летний. Зимний будет. Лагерь закрыт, я его расформировал, больше его не будет. Потому что нынче сильное нападение было. Вы слышали, какое нападение это было? Ну, поэтому мы приедем зимой как в гости, я уже... Нет, тут все это в тягость будет, и встречать не... Нет, они едут, когда на снегоходах, это вообще, это смерть. Тут кто-то выехал, к нам не доехал, его нашли в кустах замерзшим. Это невозможно. Летом, да, когда на своей машине едут, мы даем маршрутку всем, тогда можем приехать. А этот человек не предупредил, еще выехал, но он у себя дома там замерз, в Академ городке, куда-то в кусты залез и пурга. А вы что-то про отца Анатолия и это? Ну, кого вы Гармаева упоминали и этого Бирюкова упоминали. Вот отец Сергей Бирюков, да. Он приехал к отцу Анатолию Гармаеву в Волгоград. Еще позже меня. Я отца Анатолия Гармаева знаю еще с Москвы, ездила к нему на педагогические семинары, когда он еще рукоположен не был. А потом его сюда, в Волгоград, прислали, чтобы вот тут есть православный университет. Он стоит, вот отец Анатолий, он стоял, как сказать, у истоков этого университета. Но появились какие-то разногласия. Вы их мне напомнили просто так, в контексте разговора, или какое-то отношение они ко мне имеют? Я имею, потому что я приехала к отцу Анатолию, он мой духовник, 20 лет назад из Павлодара, из Казахстана, переехала сюда, в Волгоград. Это я понял, но ко мне имеет какое-то отношение тот и другой? Или вы просто так помянули их? Отец Сергей Бирюков, да. Когда... Ролик, вот я смотрела ролик с вами, да. Он беседовал, он спрашивал вас об отце Анатолии Гармаеве, да. Знаете ли вы его? И вы говорите, что вы читали его книги. Да. И я батюшке, вот тогда я была недавно у него по поводу этого, разговор у меня с ним был. Да. Я говорила о вас. Ага. Вот, говорила о вас и спрашивала благословение, можно ли мне туда поехать, туда, да. К нему, поговорить сначала по скайпу. Но это все выставляется на общее обозрение. Я этого очень боюсь, стесняюсь. Да, вот. Ну, я переступила этот порог. Да. Вот. Чего она боится? Вы тайны не говорите. Говорите хорошее. Люди на этом научаются. Вы на тех роликах учились, на вашем кто-то будет учиться. Вы, любящая мать, желаете как-то. Ну, а как? Вот тут вопросы решаются. Я вам сказал, как. Опоздали. И сильно опоздали. Вот я с младшими, чтобы не опоздать, я поэтому... С младшими это... Жить, да, а просто так приехать. В деревне у нас свободного даже времени нету. Не встречать. На своей машине вы не доедете. Далековато. Был бы муж верующий, он бы на машине повез, тогда можно было, а так нет. А насчет приезда невозможно. Про зиму даже говорить не надо. У нас в уставе написано, зимой запрещается. Вот абсолютно невозможно. Ну, устав это да, это другое дело. Сейчас ночью приезжает поезд, встречать некого, ни одного строения. Деревни не знаешь, с какой стороны. Дороги нету, туда никто не ездит. И куда ты приехал-то? Ты приехал помирать просто. Замерз и все. Игнат Тихонович, вы так говорите, вы просто меня не знаете. Я сама доеду хоть куда и приеду, нет, и никого, никому обузы не доедете. Нет, вы не знаете, тут не были. Нету дороги. Не видно нигде ни огонька. Приезжает сейчас ночью, пурга, никуда вы не пойдете. Вы просто не понимаете, что говорите. Вы просто умрете тут на... Где слезли, там и умерли. Идти некуда.
Тем более рядом там ров около линии, из него не вылезешь даже. Даже летом, и то, то-то, когда только мы редко-редко разрешаем приехать, когда вот выберется. Вот нынче телевидение на 24 к нам прилетали из Москвы. Они уж бились-бились, у нас гонение было, и они хотели на месте узнать. Вы, может, видели ролик-то, как мы там в лагере готовили детей. Да-да-да, видели, да, вот. Видели. И они прилетели, так мы разрешили одним, а тут с разных радиостанций, откуда только не звонили, приехать. Мы одним разрешили, и то это было в тягость, потому что они завтра уезжают, машина не идет. У нас тут работа каждая минута дорогая. Это. И с ними тут, а нам какая-то, какой прок от этого? Да ладно, им там еще район как-то помог или что. Машину дали. Так, ну, я сейчас с чем могу быть полезен для вас? Про отца Анатолия я вам рассказала? Ну, я про отца Анатолия говорить не буду, я не встречался с ним. Отец Анатолий вам правильно сказал. Правильно. Поговорили, вы увидели, что, ну, вот как обстановка. Я объяснил, как. Отца Анатолия увидите, поклон передайте ему. И скажите, что прошу благословения. Вот. Я говорил то, что в книге, я о нем говорю, в своих книгах. Я его прочитал, когда книги, я давал на них как рецензию. Ну, а Сергей Табирюков зашел и сказал, а тогда я ему скинул материал. У меня никаких отношений-то не было. Просто вот такой разговор произошел. Мы все открыто делаем, ничего не скрываем. Я говорю, что трудности, да, но для воспитания детей лучшего места, чем у нас, просто я не слышал. Ну, все до одного верующие. Храм открытый, православный. Батюшка не какой-то там крохобор, там, чтобы там что делать, не пьяница. У нас деньги не собираются, платят все десятину, и на этом все. И крещение, и таинство, все бесплатно делается. У нас очень-очень серьезно. Мы все время смотрим в каноны церкви. До 30 лет у нас священник не считается священником. У нас его не будет никогда. Крестят все только в полное погружение. И все таинства, все бесплатно. Мы православные. Ну, это все правда, да. Ну что, тогда на этом давайте простимся. Если у вас духовные вопросы будут какие-то, сейчас вам материал вам скину здесь. И тогда с ребятами почитаете. Это, Игнатий Тихонович, а можно также вот три, как это называется, когда трое беседуют по скайпу? Конференция. Как вот конференция, Катя мне подсказывает, конференция называется. Когда можно. Вот, нас, я и они. У нас занятия идут. Вы, вы на Сергея Пупкова выходите, чтобы он вас принял. Сами только письменным видом напишите. Иначе все выключаются. Такая система еще не отлаженная. У нас занятия среду-пятницу. То есть можно в среду-пятницу? По Москве это 2 часа. По-нашему 6. 2 часа дня. 1,5 часа идут занятия. Идут по блаженному Феофилакту. Это у меня трехтомник вышел, я выпустил его. Новый Завет. Полное толкование с откровением. Время вы во сколько сказали? Время. По Москве с 2 часов. Ну, это с 14. Полтора часа. Найдите Сергей Пупков. И ему напишите, чтобы вас приняли. То есть можно туда к вам, с вами быть, и даже семинаристы эти могут там быть? Могут быть. Это у нас все время у нас идут занятия, среду и пятницу. Сейчас проходит первое послание Иоанна Богослова. Толкование блаженного Феофилакта. И все это увязывается с жизнью. Но мы эти ролики выставляем, записываем. Вы увидите, беседа по скайпу. Все время смотрите на нашем видеоканале, и там увидите. Ну все, спаси Христос. Все, с Богом. Подключайтесь, и мы будем. Спаси сейчас. Христос вас. До свидания, выключайтесь. Вот так. Это не просто так. Давайте.